Добрая традиция в праздновании Дня России не нарушена. Во Дворце культуры Черкесска глава республики Рашид Тимрезов провел торжественную церемонию вручения почетных званий жителям Карачаева-Черкесии и паспортов юным гражданам России. Альбина Ламкова продолжит тему. Один из главных государственных праздников страны, День России, стал особым для всех присутствующих зала Дворца культуры Черкесска. Из рук главы Карачаева-Черкесии в торжественной обстановке видным деятелям региона, которые внесли свой вклад в развитие республики и страны, вручили государственные награды и почетные звания. Рашид Тимрезов подчеркнул, что этот государственный праздник олицетворяет многовековой, порой непростой исторический путь развития нашего государства, в котором каждый из нас является частью большого и великого целого Российской Федерации. Сегодня в свете происходящих событий на международной арене, когда понятие патриотизм наполняется новым смыслом, этот праздник имеет особенную важность, напоминая нам о единстве наших народов, о преодоленных трудностях во благо нашей Родины и, конечно, об ответственности за будущее нашей великой страны. Всего награжденных 26 человек. Орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией отметили ветерана системы высшего образования Зою Хубиеву. Карачаево-Черкесия вступила в свой большой период жизни. Она прошла большую дорогу. Были много и радости, и огорчения, однако мы преодолели. Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией получил и ветеран промышленности республики Джошарбек Капушев. Это особый статус, признания заслуг и высокая оценка работы, отметил он. Карачаево-Черкесия должна быть самой лучшей республикой на Северном Кавказе. На сегодня я считаю, что наиболее стабильная, спокойная, безопасная ситуация в нашей республике. Это благодаря каждодневной такой напряженной работе руководства республики. И в этом деле каждый житель Карачаева-Черкесии должен найти свое место и словом, и делом, пусть кто-то пенсионер, кто-то активный труженик, но делать так, чтобы в нашей прекрасной Карачаево-Черкесии всем ее жителям было тепло и уютно. В этом же зале юные граждане Российской Федерации, 12 школьников республики, получили главный документ – паспорт. Глава Карачаева-Черкесии обратился к молодежи с теплыми словами напутствия. Абсолютно убежден, чтобы своим старанием, терпением иногда где-то, своим стремлением получить самое классное образование, стать классными специалистами, вы обязательно внесете еще больше, чем внесли мы, старшее поколение, в развитие нашей республики и, конечно же, в развитие нашей большой Родины. Сегодня я получила паспорт из рук главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Для меня это очень радостный день для меня. Яркая концертная программа стала заключительной частью торжественной церемонии. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.